Свежевыкрашенные стены, запах штукатурки и остатки стройматериалов во дворе дома – все указывает на то, что здесь недавно был капитальный ремонт. Были проведены ремонтные работы по фасадной части дома. Значит, фасад был отремонтирован на 100%, то есть он полностью оштукатурен, покрашен, полностью установлены все декоративные элементы. Сейчас готовность работ составляет 95%, нам осталось доделать только металлические элементы на приемках и входные группы, то есть чтобы работы имели законченный вид. И всего в районе при подготовке к 800-летию сейчас производятся работы порядка на 50 объектах, которые относятся к сфере деятельности нашего, которые относятся к зоне ответственности нашей управляющей компании. Это и фасадные работы, и ФГГС проводится, производим асфальтирование прилегающей территории. В основном все планируем ждать 30 июля, там 2-3 августа, вот в этом периоде. Лепнина, декорация сводов крыши, эркеры, отделка колонн. Всем мелким элементам фасада придан первозданный вид. Дом 1956 года постройки. Местные жители не могли вспомнить, когда здесь проводился в последний раз вменяемый ремонт фасада. Сейчас отзывы главных приемщиков говорят сами за себя. Все отлично, мне понравилось, потому что старый дом это вообще было плохо, а вот сейчас так хорошо все покрасили. Делают очень хорошо. Качество работы точно на уровне, да? Не то, что на уровне. Никогда даже не ожидал, что у нас в городе такое может быть. Теперь вообще вот ходим и как в галерее в Третьяковке смотрим на свой дом. То есть его вообще здорово, все супер. Хорошо то, что фасады к 800-летию приводят в порядок. Ну не то, что было, вообще убито было это. Масштаб работ в рамках города очень внушителен. Ход выполнения и качество работ контролирует госжилинспекция. Обращаю внимание, что все работы должны быть завершены до 30 июля. В случае невыполнения их срок может грозить штраф до 300 тысяч рублей. Например, фасад этого дома также находился в плачевном состоянии, поэтому в адрес домоуправляющей компании было выдано предостережение, чтобы в кратчайшие сроки они устранили все нарушения. Как мы сейчас видим, ремонт практически выполнен, остались небольшие доработки, придется еще раз сюда вернуться. По данным ГЖИ, всего на территории Советского и Нижегородского районов 476 домам требуется незамедлительный ремонт. На данный момент в нормативное состояние приведено 385 фасадов. Заур Аруджев, Василий Лысков, Время новостей.